Бобруйск давно славится чистотой, однако за этим эстетическим наслаждением стоит труд сотен людей. А если быть конкретнее, то работников Букдепа. Вот и сейчас парк дорожно-эксплуатационного предприятия пополнился новой техникой. Официальные представители производителя заверяют, агрегат будет служить долго и без перебоев. Производительная машина, тонна 200 в час, она без проблем убирает. Данный агрегат, значит, саратовского завода «Элеватор Мельмаш», они производители. В принципе, данные машины, они производят серийно, достаточно много машин у нас уже и в Беларуси, во всех областях и работают данные машины. Все клиенты наши довольны, ну я надеюсь, что и в Бобруйске данная машинка будет показывать хорошие результаты. Техника под названием «Магистраль» представляет собой прицеп с вращающимися щетками и механизмами для сбора отходов. Она способна убирать 160 кубов мусора в день и за 6,5 часов работы может очистить более 50 километров улиц. Впрочем, есть и другие машины, которые Букдеп закупил чуть раньше. В этом году, в принципе, вот мы приобрели «Бродвей». Это за счет средств, которые выделил городской бюджет, еще будет 23 тысячи, вот, которые нужно освоить тоже на приобретение каких-то механизмов. Впрочем, не за горами горячая для дорожников пора – снегопады и гололедица. К этому они тоже готовы. На вооружении 11 уборочных плужно-щеточных машин, 6 тракторов и столько же пескоразбрасывателей. Уже заготовлено 50% песко-соляной смеси. Дополнительно к зиме появится еще несколько единиц специальных машин. Коммунальники уверяют, транспортного коллапса автомобилисты и пешеходы могут не бояться. Людмила Любимцева, Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск, 360.